В работе у нас очередной автомобиль, это Volvo S90, машина свеженькая. И авария произошла, вот как всегда говорится, по глупости и незапланированно. Практически каждый клиент об этом говорит. Металлический штырь при сдавании задним ходом оторвал косу парктроников, повредил блок управления двигателем, точнее блок остался целый, корпус полностью разбит, также поврежден локер и был поврежден передний бампер. При этом самое забавное, что куда клиент только не обращался, все либо боялись брать, либо называли заоблачные цены на ремонт. Мастер сейчас восстанавливает корпус блока управления. Давайте подойдем и посмотрим, как это происходит. Сейчас происходит усиление пластиковой детали, то есть мы паяльником вот эти точки, это паяльником пропаяли, чтобы каждая деталь была на своем месте. И сейчас мастер именно впаивает пластик в пластик. Пластиковый пруток, пластиковую крышку. Давай, дай-ка секунду, подожди. Ты хочешь допаять? Это внутренняя сторона, то есть она не видна глазу. Сюда вкладывается блок, и смотрите, с внешней стороны мы пропаивать не будем. То есть, да, трещина видна, но не забывайте, что это спрятано под локером. И в принципе мы восстановили корпус, который сейчас просто не купить.